Ксюша залепила Маргарите прям в лицо снежок. Да, вот так вот. Колбаской катись, колбаской. А если нам пойти и сделать прививку? У меня вот тут вот повыскакивали, это я сладкое много кушаю. Время у нас 1:30. Смотрите. А Маргарита у нас все еще спит? Марго, время 1:30. Ты вообще собираешься просыпаться? Спящая царевна. Бонни тебя ждала, ждала. А, у нее мячик от футбола. Вот он где, мы его искали. Она тебя ждала, ждала, в общем, написала, накакала. Никто ее не выгуливал, так что теперь тебе надо убирать. Да, давай, вставай. Всем привет. Отдыхаем, ложимся поздно, встаем поздно. Бонь, давай, буди Маргариту. Давайте откроем окошечко. Сегодня погода, смотрите, небо голубое. Не грызи этот не твой мячик. Да? Все. Вчера во сколько спать легли? 3? Я вчера себе закончила делать ногти. Вот такие вот у меня получились. В общем, снежинку здесь сделала, не знаю, нужно, не нужно. Здесь я нарисовала такую снежинку. У меня уже терпения не хватило рисовать снежинки. Я уже просто нарисовала блесточки такие. Покрасила блесточками. Покрыла блесточками и все, без всяких снежинок. Здрасте. Ты играешь? Завтракать пойдем? То есть обедать. Все, все встали, все проснулись, вылупились. Каролина, ты еще не проснулась, наверное. Каролина. Мы забыли, что купили Ксюше, оказывается, карточки Покемон. Они у меня лежали в сумке. Покажи. Эта карточка вообще-то покажи. Очень хорошая. Она есть такая же, но она золотая. Давай на следующий кстати. Пожалуйста, что-то хорошее, пожалуйста. Посмотрим. Опять очко Калина нету. Вообще-то у тебя всегда рука хорошая. Да? Так, так, так. О, вот это хорошее. Это уже золотая, это серебряная. Смотри, а переливаются они одинаковые. Это серебряная, это золотая. Смотри, да? Ну это лучше, чем это. У нас со вчера остался вот такой вот пирог. Я даже не знаю, как кекс. С изюмом, сухофруктами. И как вот это называется, которое внутри? Марципан. Марципан. Мне не нравится марципан. Я его вытаскиваю. Картон. Посмотрите, сколько у нас картона после праздника. Это все дни рождения. Рождество. Больно. Что с тобой? Тут мне больно. Больно тебе? Значит, ложись. Я не могу. На диванчик спать. Ложись. Маргарита решила поехать в горы. Маргарита решила? Да, Маргарита захотела. Не, мы просто посмотрим, если есть там снег или нет снега. Здесь недалеко. Не совсем прям в горы, высокие горы, нет. Недалеко. Да, все, на выход. 1, 2, 3, 4. Рассчитайся. 5 забыли. Ой, 5, нет, ты остаешься 5. А ключи никто не взял. Все тогда. Нет, 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 иди. Домой. Место. Ее укачивает в машине, поэтому это очень опасно. Девочки, в машину садитесь, пожалуйста. Девочки, в машину садитесь, пожалуйста. Видите, нет снега вообще у нас. А вон там есть снег. Но я не знаю, если мы успеем до темна туда доехать. Но здесь снег есть. Значит, здесь тормозим? Нет, здесь нельзя останавливаться. Здесь нет парковки. Так, это все, что мы нашли, ребят. Вот он, снег. Мама, смотри.
Он сухой, рассыпчатый, да. А что это, порошок? Холодно? Нужно было курточку потеплее надевать, Ксюша. Она теплая. Теплая, конечно. Вот вам и снег, пожалуйста. Сколько на, нашли. Не Нет, я не хочу, мне холодно. Кушай. Не хочу я кушать снег. Потому что совка, она такая, а зачем куртка? Ты ее надела, эту куртку, Ксюша? -1 сейчас на улице. В машине, может, останешься? Нет. Иди посиди в машине. Развязались рукава. Перчаточки не взял. Вот так вот собирались. Ксюша вот с завязанными рукавами. Идемте, идемте обратно. Угу. Ничего здесь интересного нет. Так, все, пойдемте. Давайте, кто первый добежит до машины, тот получит хэдмил. Смотрите, смотрите, как они хотят кушать. Максик, куда? Карю. Макс такой смешной. Реально сухой, он как этот. Такого вообще-то сегодня передавали снег, но до нас он не доходит, видимо. Давай, скатывайся. По нему даже невозможно кататься. Не скатывается. Ксюша залепила Маргарите прям в лицо снежок. Она такая... Знаешь, как намылила ее снегом. Далеко ты так уедешь. Все, садимся. Да, вот так вот. Колбаской катись, колбаска. Давайте, отряхайтесь. Садитесь. Решили взять покушать. Все, давайте немножко со стола уберем. Включила пылесос, тут что-то такое. Мы вчера варили эти креветки, и у нас сейчас вся квартира пахнет креветками. Да, так, все, давайте перекусим. И потом Маргарита будет снимать видео с Каролиной. Маргарита будет красить Каролину, а завтра мы поедем в магазин. И Маргарита будет выбирать Ксюши образ. Ты вот то, что она тебе возьмет, то ты наденешь. Нет. Да. Я здесь на такие возьму, правила. Нет, здесь она тебе подберет, да. Если на платье возьму, то я наденешь. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да, да, Маргарита? Нет. Это что за наушники такие, а? Странные. Не пойму, что это такое? Смотри, тут. И? Что делать надо? Там какой-то есть... вентилятор, что ли? Ты... Нет, тебе это нужно... Это вентилятор. Тут. Что так, это нужно делать? Fine. Так. И что это так такое? Так. Надо бегать? Гравала Каролина. Ты бежишь, она горит? По-моему, он раньше больше был или нет? Да. Да. Нет. Такой же был? Русака. Нет, он большой был. Биг Тести, Биг Мак, чем отличается Биг Тести или Биг Мак? Биг Тести такой же теперь, как Биг Мак. Я как-то недавно сторис выкладывала с такой темой, да, про прививки. Ну, вы сами знаете, да, прививки от чего? Это правда, что в Швейцарии платят 1000 франков, ну, это где-то чуть больше $1000, 1000 с чем-то долларов тому, кто сделает прививку. Ну, в общем, и... Пошли сделаем. Да, мы вот лежим, думаем, у нас все-таки вот 6 человек в семье, если нам... пойти и сделать прививку. Не, на самом деле шутка, конечно, мы не собираемся делать. Почему? После этого сторис у меня столько было сообщений. Реально многие подумали, что мы действительно пойдем делать эти прививки. Нет, ребят, мы не собираемся делать прививки. У нас все нормально с головой. Деньги нам не нужны, нам здоровье важнее. Вот поэтому эти прививки, они еще не настолько хорошо проверены, что чтобы так вот идти и делать их. Более детям еще. Поэтому нет. Детям. Мы не собираемся ничего делать. 6 никаких тысяч. Прививок. Не знаю, 1 000 000 будут платить, но мы никогда не пойдем и не сделаем эти прививки. Вот, поэтому... Но такое здесь есть, да. Я, по-моему... Швейцария, наверное, это единственная страна, которая платит людям, чтобы они делали прививки. Посмотрим, сколько она проходит с ними. Вообще-то ходит месяц. Я их потом хочу белым показать. Ты потом их снимешь... Почему? Потому что ты что, думаешь, что будешь ходить с наручными ногтями, у тебя свои хорошие.
Да, у тебя такие вырастут, если ты стричь не будешь. Ты же постоянно их состригаешь. Потому что у меня школа. Ну вот, тем более. До 4 января вообще, по идее, каникулы. Но после каникул, скорее всего, у них будет карантин. До августа. Они... Да прям. Папа сказал. До августа? До летних каникул? Не знаю. Потому что девчонки, они принесли со школы все свои тетради, все свои вот эти вот занятия. Макси! И будут заниматься дома. Макс. Вот, смотрите. Каролина единорожка. И Маргарита единорожка. Он такой взбитый, да, какой-то? Или у тебя был такой? Или он просто немножечко утрамбовался? Да. Ай. Давай, иди, тащи. На этой неделе всем нужно пока будет сходить глазки твои проверить. Обязательно. Всем пока. Мы даже не заметили, что Ксюша, оказывается, уже спит. Представляете? Она сама спать легла. Никому ничего не сказала. Я себе, кстати, недавно купила вот такой вот аппарат, очень давно я его хотела. В общем, эта машинка, она для умывания. Очищает поры. И, в общем, сейчас покажу. Сюда сейчас я налью очищающее средство для лица. Вот так вот. Немножечко смочу лицо, чтобы оно было влажное. И все. В общем, он делает массаж и очищает кожу. Включаем. Вот. Все, почистить тоже? Угу. Тихо, тихо, тихо. Выскакивали, это я сладкое много кушаю. Я тоже много сладкого. Вот как начались вот эти вот дни рождения, да. Рождество, одни конфеты, одни тортики, вот это. И у меня сразу высыпает вот это все. У меня. Все, превращаю сладкое. У меня теперь начались вот здесь вот прыщики. Прекращаю кушать сладкое. Насадочку я эту снимаю, мою и споласкиваю лицо водичкой. Клиросил. Не знаю. Вроде ничего так. Я пользуюсь какой день уже? Пятый? Где-то третий день. Ну, в общем, я попользуюсь, наверное, где-то месяц, а потом посмотрю, если будет какая-то разница, какие-то изменения в лице. Вроде как бы говорят, там и морщины немножко уменьшаются, вроде как. Вот. Не знаю. Пока не буду давать оценку этому аппарату. Я только начала пользоваться. Я давно его искала, кстати. Видела в интернете, много о нем говорят, в ТикТоке видела. Так, все, ребятушки, мы будем собираться спать, завтра вставать. Я знаю, что спать никто не хочет, потому что сегодня все спали чуть ли не до вечера. Вот эта мадам особенно. Давай, Маргарита, тебе нужно побрить опять. И хочешь отращивать или еще раз брить? Нет, еще раз брить. Повернись. Смотрите, как волосы растут быстро. Чешите. Давай, почешу. Такие вот уже длинные. Можно сбрить опять. Всем пока, спокойной ночи. Пока. Все.